ребят, всем привет, это Калининград и это Дава Дым. И мы, собственно, сегодня будем снимать очередной смена влог, но уже в Хука Плейсе Калининград. У ребят сегодня 5 лет, поэтому здесь на смене я и еще один персонаж, которого мы увидим попозже. Сегодня мы в Калининграде. В городе, в котором хуй пойми вообще, что как бы курят, блядь. Да, на самом деле непонятно. Непонятно. Второй день, я до сих пор не могу понять, что для людей крепко. И это создает диссонанс в моей голове. И в моих забивках в том числе, как бы. Да, кстати, тот кальян, который ты забил, не крепкий. Который я забил, получилась хуйня, да? Ну хули, братан, блядь, хули сделать, деревня, блядь, ну ебать, блядь, привыкли крепко курить, потому что денег жалко за легкое давать, блядь, вот и горлянку себе ебут, блядь. Что сделать? Вот так вот. Давайте пройдемся по заведению, это Хука Плейс Калининград, а это Илкин. У ребят есть так, табачок здесь лежит, здесь новые хедкиперы для нас специально привезли, чтобы не позориться. Да. Есть must-have, есть Daft, Darksidic. По идее, у ребят есть весь табак, потому что они еще и держат Хука Маркет. Как бы, но сюда много не завозят. Ну так, нужно? Да, нужно, привезут, короче. Это офис. А, это офис. Здесь есть кондер, и мы здесь нет-нет отдыхаем. А, вот такой вот зал. Это косплейщик Калининграда. А что значит косплейщик? Повторяй. Я не очень умный. Проблема Калининграда заключается, скорее всего, наверное, в климате. Очень влажный климат. И, соответственно, из-за этой влаги очень сложно раскуривать кальяны, и они постоянно недогреты. Ну, либо мы с Илкиным, короче, немного не прошарили всю эту хуйню, короче, да, и... Вот у нас, ну как-то, блядь, ну гости, короче, говорят, что как бы, ну немного не то, что любят здесь в Калининграде, да, но я как бы объяснял, блядь, ебать, мы сюда приехали не бить, как в Калининграде, блядь, мы сюда приехали бить так, как мы бьем. Ну да, в любом случае, любой приезд вообще любого кальянщика, это стресс для гостей, как бы, да, для постоянников, но, блядь, ну не без этого, типа, камон. Для, как бы, для нас тоже это стресс, типа, но... как-то уже больше смирились, блядь. А они как бы им, да, непривычно, что-то другое, типа иное, тут 5 лет как бы одно и то же, и тут опа, и все. Хуй вам, блядь, за уши. Приехали, блядь, два гения. Гастарбайтера, блядь. Два гастарбайтера, блядь. Да, чё как? Чё, как дела? Нормально. Кайф вообще. Чё курить будем? Давай свежачок какой-нибудь. Свежачок по крепости. А? Выше дарка. Джасмоук, что? Выше дарка. Чебака, чебака. Чебаку? Чебаку, да. Могу. Собаку. Я понял, по вкусу чё? Ну, что хочешь вообще? Кисло, свежий. Кроме гримбимы и фоинстара, это главное. Кроме гримбимы, нихуя. Я, кстати, заметил, там даже уже два контейнера с гримбимом стоит. Просто ребята подготовились, блядь. Все, понял. Так, что, дядь, забьешь? Давай. Короче, что-нибудь выше среднячка. Похуй что. Что будешь бить? Твой любимый дафт. Давай, давай. Давай еще возьмем, наверное, помыл элемента. Элемент не платил, да, за рекламу? Не-не. Блять. Ну они тубус выслали быстро, да? На туре. А тебе пришел тубус? Есть, нет. Почему? Ну потому что я не фанат. Бля, элемент не ебанутый. Не-не-не, элемент, вообще, вы молодцы, бля. На самом деле. Я вообще не фанат ни разу, блять, как это хуйня, Игры Престолов. Потому... Бля, элемент, ебаная, блядь. Хороший, блядь. Илкин 15 июня в Казань прилетает, блядь. Загоните ему подарок какой-нибудь там. Если ты успеешь выпустить это до 15 числа.
есть такой момент, понимаешь еще, блядь, что выйдет ли этот выпуск до 15-го? Не выйдет ли 15-го быстрее, чем, блядь, я не знаю, у меня этот... Потом обрывки... Кука Клаб-шоу через полгода вышел, блядь! Все, надо первее, блядь, первее всех выложить, блядь. Все, блядь, дорвались нахуй. Короче, элемент, загоните Илке на подарок. Бутылку, на бутылку мне загоните, да. Да, ему бутылочку, термос, блядь, сам мыло, раз. Мыло еще фукаплейсовское можно? Ну, чтобы с бутылкой как-то дружило, блядь. Смазывать? Бля, можешь не отходить, блядь? Давай еще пару штук. У меня сейчас передоз будет, блядь. Нет, другое. Бро, там заказ. Нужно сделать холодный Dark Side на вот 7 и выше попробовать. Вот твой комментарий. Холодный вкус и сделать покрепче. Да. Генная идея. Давай, объясни ребятам, как ты забиваешь Dark Side. Ну нет, здесь как бы я забиваю его по-другому, как бы, блядь, не как у себя. Типа, ну, суперновка, блядь, ну нет. Не-не-не, блядь, да я сейчас пацанам уже сейчас кину, она свеженькая, прям нормально. Да, ребята, Супернова имеет свойство выветриваться. Так, чтобы многие знали, да, что ее надо закрывать после того, как сразу забил. Вот, холодный дарк. Еще просто холодный дарк? Ну, какой-нибудь, да. Охуенная идея. Ну, окей, ладно. Грим-бимчик твой любимый, да. Там даже два бокса, вил, да, два, да, бокса, да, грим-бима. Да, да, рэр, все. Здесь я по-другому его забиваю. Блядь, как я забиваю дарк, и так все видели в выпуске у Антона, блядь. Может, бергамонстры мне кидать? Да не, я угораю, блядь. Я переделывать не хочу, блядь. Что бы еще накинуть? Пусть будет. Блядь, свит комик. Все, и холодный дарк. Можем еще заморозить, как бы. Все это дело в холодильник. Всех предупредила это, да? Нет. Первый стол только не трогай пока. Выращиваешь пустой виноград. Ты же мне не помог, между прочим. Да, сорян. Не помогаю я виноградинки мыть, только свои виноградинки мою. Так что вот и все. Виноградник нам. Да, блядь. Тоскания, ёпта. Аскания, Тоскания, блядь. Потоскания. Полоскание. Полоскание. Енот, полоскун, скунс. Это тоже кровосток начинается, бля. Тут же биографию можно на фончике ебануть. Нет, хорошо. Вот, вот так вот я здесь его забиваю. Ну, потому что вот так вот. Ну, вот так вот. Типа на... Отъебись могу назвать эту забивку. Просто, блядь, ебусь, значит, придумываю, блядь. Что-то там аккуратненько, чтобы фрегатик там хорошо вшатывал. Хуй, блядь, оказывается, просто надо без колодца бить, блядь, нахуй. И все, вот как бы... Все, и такое лайтовое касание, блин. Холодненькое получилось? Нет. Нет? Надо еще. Добавлять будешь? Что будем курить? Не надо меня так близко снимать. А на самом деле не близко. Да? Да. Ты сейчас снизу снимай, да? Не-не-не-не-не, вот так, наоборот. Я хоть не вторых подбородков, но они появятся. Они появятся. Да. Мы еще наложим. Я буду курить дарк, можно виноградик. Виноградик. Только без мяты, без холодка. И что-нибудь свеженькое. Все, понял. Идем делать. Так, виноградик чем-то свежим из Daily Cookie. Это, конечно же, свободная куба. Свободная куба. Мы ебашим немного виноградика. Туда же накидываем Daily Cookie. Да, понятно.
Кола с лимоном. А, блин, ну прям идеальное сочетание виноград, кола, лимон. Да, виноград, кола, лимон. Почти классика. На молоке еще. Не-не-не, на вине. Да-да, а может коньяка, коньяка можно туда? Вот и все, чашечка сделана, максимально все быстро. Че у тебя, блядь? Холодный? Коннекторы, блядь, ебут мозг. Пиздец, разъебалась, блядь. Бутылка шампанского упала на стекло. Оно ж калёное. Братан, так оно калёное, оно разбилось так. Стулки мелкие. Да-да-да. Смотри, Макс творчество проснулся. Бля, не, стой, смотри, идея охуенная. Вот, 5 типа. Они сейчас будут мотать. Илкин, да ладно, все, никто тебе ничего не будет говорить. Типа 5 идей, типа, бля, я. Да, нихуя себе, да похуй. А, привет. Оно ж калёное. Да хули ты разбила стекло? Бля, сосед не я. Слушай, как хрустит. А я еще думал, бля, но ведь сегодня разобьется, что на него колодок нагрузился, глянем, бля. Мы просто, чтобы туда никогда. У Илкина аура такая. У Илкина новая профессия. Я ломал стекло. Я твое стекло ломал, бля. Ну вот это раунд. Ну, бля, да, ну ты точно переплюнул. Сейчас совок прогнется. Breaking news! Нет! Камера наблюдения, знаешь, такая? Интеграция. Опачки, а что это происходит? И тут замазано, понял, такое, блядь, черно-белый квадрат, блядь. Ну, короче, сменка идет, была такая маленькая волна, но тут посадка всего 12 столов, блядь. Блядь, да дело не в этом, дело в том, что она почасовая, блядь. Ты не она почасовая. Не, это круто, но... Ты хотел одну посадку и до вечера. Ну, просто не, ну не настолько, не. Ну да, это привычнее как-то. Ну не прям одну, но... Ну, короче, да. По курению, да, здесь сложно, реально сложно. Да, вчера я как хуёвый барыга не досыпал, а сегодня я пересыпаю и типа норм, короче. Да, вчера все жаловались, блядь, что не очень крепко, а сегодня теперь жаловались, что очень крепко, блядь. Без фрегата, прошу заметить. Да, здесь вообще не используют... Блядь. Здесь вообще без корабля, да, как бы, вот прям. Без корабля, блядь, без корабля термин, на бал, термин, блядь. Да, мы придумали, типа, можно будет нам Dark Side на корабле. На 7, да, вот. Да, вот это значит система. Dark Side с фрегатом. Ну, как бы, я в своем представлении крепкий дарк, это как бы дарк, ну... Ну, короче, здесь вообще не используют, как его, стимуляторы крепкости, блядь, или как? Стимуляторы, да, блядь. Амнеботы не используют. Амнеботы не используют. Да, вот, как бы... Знаешь, что такое амнебот? А я прослушала все, что вы сказали. Амнебот, знаешь, что такое амнебот? Нет. Знаешь? На гугле купить амнебот Калининград. Бля, какая-то подъемка сейчас. Амнибот Калининград. Купить амнибот Калининград. Амнибот. А? Омнибот. Омнибот. Ой, игрушный робот. Обязательно куплю, обязательно куплю. Да, он на звоночки реагирует. Тынь, на донатик он. Чем больше доната, тем типа он больше работает. Там 99 секунд может появить. Ты был на 99 секунд. Что бьешь? Рассказывай. Что бьешь вообще не до этого? Три кальяна на один стол? Да. Это туда дальний чил? Дальний чил. Чил, хуй дрочил. Чил, хуй дрочил. Да, примем сейчас. О, это тортик-шмортик. Я несу. Тохтик! Тохтик, твою мать, тохтик! Привязаны шарики, блядь! Чё там, бля, нахуй, сука, блядь? Так, блядь! Здравствуйте! Так, блядь, нахуй! Здравствуйте! Можно с вами подружиться? Да, привет! О, привет! Открой шампанское, пожалуйста! А? Открой шампанское, пожалуйста! Открой, положи! Так, короче... Я выкладываю в Инстаграм пост с твоей фотографией, так... Круто! Калининград любит тебя!
Но у нас просто это. Да, я попробую. Я открою сейчас, сломаешь пробку, блядь. Там, да, сломаешь руку, блядь. Бля, представь, вот ты так же свой хуй, наверное, да, вот, блядь. Конечно. Ну только из толчка для чего. Почему так? Че с. Да, блядь, ну так вот. После холодильника. Ладно, что хочешь от нас? Покурить, что хотите? Привет, Хась! Сладко кислый, выше Дарка. Сладко. Запомнили, да? А потом через 20. Ел? Еще сладко-кислый? Сладко-кислый, чуть выше Дарк. Хорошо. Застрял, о! Все, братуха, нога застряла. Бля, братан, ты нахуя в мою бывшую мусор забрасываешь? А ты тарелки туда складываешь. Это фистинг, братан, ты понял? Могу двумя, блядь, могу фут там, фут фистинг я. После тройни. Знаете, что я хочу сказать? Почасовая посадка. Я в рот ебал. Что я хотел вообще сказать? Да, пацаны, почасовая посадка. Тяжелая тема, пиздец. Не привык я, отвык я от этого, поймите меня. Так что в хукаплейсе не факт, что я поеду в какой-нибудь хукаплейс, как бы вот свидетель. Не факт, что это больше случится. Это прям, ну это прям дрянь, блядь. Прям, ну максимально вообще неудобно. Типа каждый час тебя, ну как-то странно, типа непривычно мне, когда я привык к постепенному, к медленному сексу, да, как бы к такому вот плавненькому. Ну да, по кайфу, ну как бы... А тут тебя просто берут и Пьер Вудман, блядь, просто вот начинает хуярить, блядь, как бы. Ну вот такая вот хуйня. Причем он так поразгонялся, и все, а дальше все, короче, пиздец. Он тебя больше не ебет, то есть вот и все, и на полчасика, на часик он отдыхать, блядь. Такой, знаешь, опять начали, и вот такой вот круговорот пиздеца, в общем. Я все.